Кроме того, приговор сегодня вынесен еще по одному громкому делу. В Пугачевском районном суде озвучили решение по делу Али Назирова. Напомню, молодой человек обвинялся в убийстве Руслана Маржанова. По версии следствия, ночью 6 июля 2013 года в Пугачеве у одного из кафе несовершеннолетний Назиров вместе с тремя братьями спровоцировал драку с Маржановым, в ходе которой ему были нанесены 17 колото-резных ранений медицинским скальпелем. От ударов молодой человек скончался. Представитель гособвинения просил назначить Назирову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Суд признал его виновным. Приговор обвиняемому – 9,5 лет в колонии общего режима.